Привет, мои дорогие Дианочки! Хочу сегодня показать вам, какая у нас здесь красота. Я такую прелесть сделал, такой шикарный салатик. Нагоняю вам аппетит. Просто обыкновенно запеченная буряк, свекла с медом, перчиком, чесночком, солью. В духовке и вот на таких шикарных листьях салата. Потом у нас сегодня обыкновенная такая курочка, но она уже немножко, как сказать, стоит, ждет. Уже сок весь внизу. На самом деле очень сочная, очень чикен наггетс, короче. Исикин любимый, раз в неделю обязательный. И вот здесь у нас вот такая красота. Двухъярусные и одноярусные, как это называется? Гвакамоле с помидорами и моцарелла и маленькие отростки свеклы, да, отростки, выскочки, которые, выскочки. В общем, вот такой сейчас будем мы вкусняшку кушать. Думала с вами просто поделиться, показать. Может, кому-то тоже понравится такая идея шикарная для стола, для накрытия. У нас обед такой. Давай, иди, иди пробуй, ребенок мой, дорогой, вот так. Такой будний обед, нет, праздничный обед в будний день. Видите, как классно. А, кстати, и вот таким сыром я выставила. Вот этот сыр, это у нас тигенроле, фришкезе. Его можно на хлебушек мазать. Тиген – это козлятина, да? Козий. Вот это козий сыр. Вот. Вот такой вот. Кстати, клубника у нас с нашего огорода. Для тех, кто не знает. Все, сейчас будем кушать. Помахай один раз.